Наконец-то после ужасной жары гремело-гремело, падали редкие капли, и вот до нас докатился дождь. Наконец-то набежала тучка, и вот какой дождь идет. Сразу стало легче дышать, но бедные отдыхающие, которые ушли купаться, я не представляю, там чистое поле. Что они делают? Вот одна едет. Вот едут с ребенком, Господи. Да. Ну ничего, после жары приятно охладиться под дождичком. Сейчас перейду на другую сторону дома. Что там? Открываем окошко. И видим дождик. Вот он молотит. Ой, какой дождь, красота какая. Так что смотрите и наслаждайтесь дождем, хотя бы по видео. Повторите. Заливаю пленку в окно, так что долго снимать не буду. О, какое небо! Но зато зелень сразу стала чистой и яркой. Вот такая красота. Ну все, наверное, дождик все-таки ненадолго. Потому что уже затекает. Гроза пойдет дальше. Ну ладно. Хорошего вам лета, теплого. Поменьше таких дождиков. Хорошо отдохнуть всем. Всего доброго.